Прекрасный понедельничный понедельник. Мы едем на рыбалку к моему другу в хозяйство. Начинаем, короче, наш путь с Финляндского вокзала. Кстати говоря, да успеем, еще 10 минут есть. Вы, оказывается, здесь в поход ходили, когда я маленькая была. Так, мы добрались до Отрадного. Сейчас мы найдем транспорт, прыгнем и поедем к моему братану Владу на озеро ловить вкусную рыбу. Короче, не очень удобно рыбачить и снимать одной рукой, поэтому вот. Первое, что мы сегодня поймали на Вестинском пруду. Маленькая щука. Мы ее зажарим. Да, я только что поймал большую рыбу, сейчас мы будем ее вытаскивать. Очень большая. Так, да? Там сейчас будет что-то, ух, прям. Вот это нормальная рыбка. О, ёб твою. Вот это монстра. А ну-ка, стоям, ба. Геннадий Николаевич, я выиграл. Заплачу за нее тысячи три, наверное, заплачу за нее сейчас. По весу килограмм 5. Пойдем взвесим. Пойдем. И посмотри, какой красивый, а. У нас еще и икра будет. Классно. Пойдем готовить. Дай, подожди. Не-не-не-не-не. Это только начало. Там у меня как раз угли в костре. Там в пузике вкусное. Да, пойдем взвешивать. Давайте, я тебя снимаю. Надеюсь, мы сейчас взвесим. Я приду к своей удочке, и там тоже что-то будет сидеть. Определенно будет, зай. Бля, тебе щуку готовить. Сазана бы такого поймать. Я сегодня намерена поймать леща. Я счастлив. Я тоже леща поймаю. Ну, попозже. Возможно, даже от тебя. 3,5 килограмма. 3,5? Ага. Сего. Это примерно. Пока немножко посидит в воде, мы еще половим, а потом пойдем ее готовить. Боже, как красавица. Что-то мне подсказывает, что жена сейчас тоже поймает рыбу. Господин жена. Ну, так ты ее это, да. Точно говорю, блесну оторвали, что-то провисает слишком сильно. Нет. А, рыба, зай, вытаскивай. Бля, зай, у тебя щука. Ничего страшного, рыбу вытаскивай, да? О-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, да. Полтора есть. Маленькая, да. Я уже 2-килограммовую вытаскивала, мне это... Ладно, спасибо, Лад. Ну, это попросила. Мы... Чего? Итак, некоторое количество рыбы в озере Вестина мы уже наловили. Ага, нифига себе туча. Будет веселуха. Вот сейчас уже кое-что жарим на мангале. Зацените, ребята, щученькая. Кстати говоря, малюсенькая. Та большая за 4 килограмма, которую я поймал, она... Мы из нее дом котлетов понаделаем. Хотя уверен, что там и корка есть. Сейчас мы пойдем ловить сазаницы. А, собак, в такой ответственный момент и телефон на зарядке. Сейчас. Никакая-то щука непонятная. А лещ! Лещ! Смотри, этим лещом вполне можно дать леща. Ты меня вот так бери. Ой, боже. И еби хорошенько, вот так, пальцем. Погнали. Да, и по второй щеке. На, да. Ай. Мы с моим другом Владом закоптили рыбу в его мега-охуенной коптилке. Так, рыб готова. Ущ! Открывай. Очень красивая рыба. Очень красивая. Ой, вы что-нибудь видели такое подобное? Вот или вот. Кушаем вкусняхи. Только что накоптили. С нее ж сок течет, ты посмотри. Ах, ты ж мать моя. Да вкусно, наверное, капец. Я вкусил. Зай, где рыба? Зай, вон там. Ох, нихуя себе. Смотри, мы в траве рыбу нашли. Зай, ты... Где взяла рыбу? Я нашла. Ты нашла рыбу? А где? Ты в реке нашла рыбу? Я ничего не понимаю. Что происходит? Возьми рыбу в руку. Непонятно, она большая или маленькая? Так, рыба примерно 2 головы моей жены. Итого 100 кило. Бля, зай, это рекорд. Твой лещ самый большой. Молодец. Ты готов? Господи, килограммовым лещом леща. Я более чем уверен, что если бы я был бы трезвый, я бы на это не согласился. Но учитывая то, что природный чернобыльский воздух меня слегка опьяняет. Влад, давай леща. Хорошо, у меня даже буки зазвенело. Как вы себя чувствуете, товарищ лещ?
сам. Ты бы видел его лицо сейчас. Лещ отправляется жить в садок. Уплыл. Мы его потом заберем. Так, экстренное включение. Пока мы тут ловили, короче, на пруду. Папа поймал. Это сазан, это не лещ. Это карп. Папа поймал охеренного карпа в озере. Нифига он жирный. Зай, у нас есть победитель. Это очень хороший карп. Сколько весит? 2500. Бляха-муха. Зай, твой пап нас переплюнул. Папа нас уделал. Пап. Капец, он огромный. Самая лучшая рыбалка. Ну, ни хрена себе. Замечательный карп. Нет, ну, ё-моё, ну сколько можно? Ну, 18-й раз за день. Зая, я бегу. А это рыба. Я ничего не делал. Иди помой рот. Я помою руки, а ты помой рот, пожалуйста. Короче, не прошло и минуты, кое-что произошло. Моя жена снова поймала леща. То есть какая-то щука, которая куснула этого леща. А, да. Да, мне надо насадить, знаешь. А это я плотву поймал. Геральт, ты меня, конечно, прости, но тут плотва. И я заставляю ее шевелиться. А это лещ. Шевелись, плотва. Шелись. Геральт, как ты это делаешь? Сейчас, походу, будем 7-килограммовую щуку ловить. Что с ней, правда, делать? Хер его знает. Боже, какая офигенная камера. Какое небо голубое. О, кайф. Червяки. Это опердыш. Сейчас мы на него поймаем охуенного леща. Сейчас посмотрим, как профессионал будет закидывать. Не, ну я-то лучше закидываю, конечно. Катушки. Да. Ничего страшного за это, вообще. Че, лещ? Там что-то... Опа! Тащи, 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 зай! Я говорю, катушки. Вытаскивай, вытаскивай! Плотва! Фига, да смотри, тоже пожранная. О, ее тоже щука жрала. Кто вытащил, тот и снимает с крючка. Твою мать. Простите, все нормально, я поймал. Всех? Ну, конечно. Блядь, Зай, мы наловили очень много рыбы. Карпа запечем, понял. Карпа запечем, щуку заморозим. Так, первый лещ. А лещей всех давай коптить, сколько влезет. Второй лещ. Нет, плотву не надо. Четвертый лещ. Блядь. Четвертый лещ. Сколько влезет, Влад? Шестой лещ. Да влезет. Семь лещ. Восемь лещ. Девять лещ. Девять лещей, Зай, да не влезет. Влезет. А здесь карпы, щука и налима, две плотвы. Это папа поймал, кстати. Ой. А щуку я поймал, смотри как. Самых офигенных. О, отец. Какая охуенная щука, офигенный, а? Папа у тебя пизда рыбак, таких карпов вытащил, а? Сейчас налим, момент. Да-да-да, стой так вот. Так. 5800. Зай, сколько их? Серьезно, вот это 5800? Да. Всего? Конечно. Влад сделает скидку, я договорился. Что? Мне нравится. Ебать, Зай, у нас там лещ. Все нормально, я забыл закинуть. Все нормально, сейчас закинем. Это как зарганы в Греции, только пища. Ну, говорит, что в Калининграде ловят зарганов. Не может быть. Погнали, да. Конечно. Как заманить мужа в Калининград? Сказать, что там ловится зарганов. И никогда такого не было. Но я не накрашенная. Никогда такого не было, и вот опять. Зай, тяни. Так, вытаскивай, 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 детка. Ой. Давай, 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 давай. Ха-ха-ха-ха. Лещ. Хороший. Офигенно. Заюш, ты его вот так слишком сильно не подтягивай, чтобы прям до поплавка, ладно? Ой, что, правда, что ли? Да, удобнее вытаскивать. Сейчас, 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 сейчас все будет. Нет, посмотри, все между тем. Щук пошел все ловить, все. Посмотрите на него. Сейчас и будет. Оп, готово. А, лещ спасен, в смысле мы его съедим. Отлично. Может отпустим? Да сейчас. Понял. Я линя поймала! Где он? Линя! Твою линь. Мать. Это линь, я поймала его. Твою мать, это реально линь. Линь, я поймала линь.
Это вот, ну, как будто вот лицо лисы, жены и Леньки. Он поднимает руки вверх. Лени, заглатываю. Прям как моя бывшая. Понял, понял. А ты, лень хорош. Найс. Nice. Тут, короче, дочь твоя, жена моя, поймала леща на килограмм. Вот просто... Идем снимать. Да. Идем вверх. Жена поймала леща. 820. Хороший лещ, я его сейчас выкину. Твою мать. Прости, Влад. Держу. Ой, сладко. Снимай. 820. Можно было и прямой эфир снимать. О! Все. Бульк? Ну, бульк получается. Получается, что так? Ой, покажем ребятам, что у нас там. Мы забрали. Оттуда уже забрали и закоптили 9 вещей для матери. 9 вещей, да. 9 вещей мы уже оттуда закоптили. О, да! А вот это у нас еще тут. Ты просто посмотри на этот лов, ебаный рот, пиздец. Какой сазан, папин. Мажут хвостиками. Пошли ловить дальше. Пойдем ловить рыбу. Влад, там сейчас, короче, закоптил леща. Сейчас покажу. Ой, ты ж мать твою, простите. Я запнулся об землю. Так. Открываем? Да. Нет. У-ху, Зацените, ребята, это наш копченый лещ. Звездатый, вкусненький, сок с него еще течет. Что мне говорит? Вот этот питерский блогер вообще тарахтит постоянно. Капец.